партии заплатит, тому больше листов. Один лист косарь рублей. А вот зачем так? Где это демократия? Ну, ладно, демократия. Вот так, понял, он тебе все прикинул, он все знает, мама так и делает. Здесь рюкзак третьего уровня, Лучше броню третьего уровня, найдешь, скажи. Просто, знаешь, я не хочу ни в коем случае там людей оскорблять, как бы, пока они, ну, вот пока нету доказательств их вины прямо вот в чем-то конкретно, да? Но, блин, зачем вот эта вся фиктивность, вот это вот все, зачем народ как бы обманывать? Здесь хорошо. Два рюкзака третьего уровня в одном городе. Да они нам нахрен не нужны. Вот это Единая Россия так же. Просишь их, блядь, броник третьего уровня, а тебе, здесь рюкзак, блядь, который нахрен не нужен, блядь. Ну он же не будет против мамы сейчас после катки гнать. Ну да, я говорю, я вот сам был свидетелем, как вот одна из этих правящих партий сделала библиотеку у нас в поселке в моем, пригласили туда телевидение, созвали всех. Я там давал интервью даже там, то, что, ну, вот, ну, о, хорошо, как тут это, ну, библиотека. А это был 2009 или 2008 год, а в поселках с интернетом, как вы сами понимаете, ну, не ахти было в то время. А там еще сделали два компьютера с интернетом. Я думал, о, ни хрена, приду сейчас в интернет, там, фигницу все качну. Ну, в итоге я прихожу, и что я вижу? Закрытый кабинет. И написано, библиотека закрыта. Она ни дня не проработала, ни единого. Ну вот на то она и библиотека, чтобы в библейских записях только была. Ну, это не рубль. Да я знаю, что это как бы так нельзя, но говорить, ну, блин, просто, ну, реально, это пипец. И то вот 5000 дают, и, блядь, ну, что сейчас 5000? Что это за деньги? Что сейчас можно на них купить? Ну, смотри, на 5 косарей можно... Ну, у нас на 5 косарей живут люди. Вот я смотри, я... Долларов. Вот, например, взять, я вот жил в Челябинской области, там люди получают в среднем, ну, где-то 1015. Если вот иметь свою квартиру, а если жена и муж работают, по пятнахе получают, то, в принципе, это, ну, знаешь, так, чисто жить, ну, хотя бы в плане хавчика себя ни в чем не ограничивать. Там, об автомобиле, там, об отдыхе я уже, как бы, ну, вообще молчу. Вот, как бы, ну... Я бы вот был не против, если бы человек там мог позволить себе хороший автомобиль или даже платное хорошее образование своим детям. Я, конечно, против того, чтобы там детям, там, знаешь, бывает такое, ну, многие там своим детям покупают квартиры, там, машины, да. Ну, вот я считаю, то, что как бы дети должны сами добиваться. Что, тебя гасят, что ли, там? Я его загрузил. Я вообще по полной. Видишь, ему 14 лет, у него вообще все впереди, просто я беспокоюсь. Да. Видишь, что нам уже за 25, кому-то уже там под 40, уже все, мы уже все. Нас уже списывать можно. Да нас уже давным-давно списали. Ты еще только, да, проснулся. Я проснулся, пацаны, когда я пошел в армейку, когда я 5 лет жизни отдал. Пацан, я с меня не выдержал, ушел. Ну, я что говорю, пригрузил парнягу молодого. Че, какая ему... Он в 14 лет нихуя не понимает еще, он вообще понятия не имеет, кто, че, какие партии. Ну да. Он школьник, вот. Двойку бы не получить. Да, да, да. Теперь меня оббатил. А ты его тут про Единую Россию. Про заработки, да-да, в деревнях. А я думал, у нас хуёвый заработок в Хабаровском крае. Я в Комсомольске живу. Оказывается, по России пиздец. Ну, у тебя голос такой, бля, сибиряка сразу слышно. У меня... Да почему сибиряка? Сибирь где-то пролетается, Сибирь. Ладно, хорошо. Ну, в принципе, ё-моё, там, как бы, ну, как сказать. Да мне 41 год. У меня друг просто, он с Сибири. У меня тоже такой голос, у медведя. А в Центральной России вы просто там, наверное, думают, что вот москали там, ну, живут как бы. Вот я сейчас живу в Подмосковье, да? Ну, здесь как бы, ну, считаются зарплаты самые топовые. Ну, здесь, пацаны, я вам скажу, и цены тоже такие, ну. Вот, грубо говоря, я на Урале жил полгода почти. Там как бы, ну, зарплаты в среднем 15 тысяч,
Ну и цены там невысокие. А вот взять, к примеру, в Подмосковье. Здесь, ну, зарплаты в среднем там, ну, 50-60 тысяч. Жилет. Ну и цены здесь 2-3 раза выше. Да я в Питере, он пахал, блядь, всю жизнь. Пахал, блядь, и на двух работах пахал. Нихуя не заработал. И кондитером работал, и на стройке работал, блядь. Все пидорасы себе забирают. Да? И то я вот как бы скажу, что в Москве в основном, ну вот, коренные москвичи, именно вот прямо коренные, закоренелые, они в основном все на таких должностях руководящих. Ну это да, да, Москва-то там, да. Все своих пробивают, это то как бы вот, я в основном людей вижу, они все приезжие, которые на заработки тупо приезжают. Работяги все приезжие. Да, вот живу в Подмосковье, говорю здесь, вот я что езжу домой к себе в деревню, что сюда приезжаю в Подмосковье, вот одно и то же, ема, то же яйцо вид сбоку. Так, ну что, нам в зону пора двигать? Так-то да, не мог найти нахуй. А, так надо было он, нашу вот эту, мальчугана-то наебнуть, да забрать у него все. Зря удал, блядь. За Единую Россию, ебать его.